И к событиям в Беларуси. Александр Лукашенко встретился сегодня с генеральным прокурором нашей страны. Президент поинтересовался у Александра Конюка криминогенной ситуации в Беларуси по итогам прошлого года. Речь зашла и об оптимизации органов прокуратуры, ведь сегодня этот процесс уже завершен. Также в ходе встречи были определены приоритетные направления работы на нынешний год. Особое внимание будет уделено решению вопросов, которые возникают в налоговой сфере. В ближайшее время мы найдем и форму, и возможность послушать весь силовой блок. Может быть, даже в прокуратуре соберемся, поскольку многие вопросы сходятся на вас, на работу прокуратуры. Вы, в общем-то, контролируете их законность действий, если так говорить попросту. И мы обсудим эти вопросы. Давайте сконцентрируемся на тех проблемах, которые сегодня не могут быть решены без президента. И я хотел бы, чтобы вы меня подробнее проинформировали об оптимизации прокуратуры. Мы с вами договаривались, что 1 января мы закончим эту всю реформу организационной структуры прокуратуры. На что мы сегодня вышли? Что у нас на самом деле получается? Нам удалось стабилизировать ситуацию и какой-либо криминализации. Криминогенная ситуация не ухудшается. Вот вы мне скажите честно, мы все-таки из тюрем выпустили огромное количество людей. За мелкие правонарушения мы людей не задерживаем. В связи с этим у нас нет ухудшения криминогенной обстановки? На сегодня, наоборот, даже некоторые процент хоть небольшой, но снижение пошло. Конечно же, это не будет без конца продолжаться, это снижение. Мы это вот даем себе отчет. Сейчас увеличилось количество убийств. Это нас серьезно беспокоит. Профилактика в этом отношении проводится. Конечно, увеличилось количество тяжких преступлений, как наркотики. Это очевидный процесс. Уровень латентный был очень высокий. Сейчас начали более серьезно работать, он поднялся. Это есть повышение. Но в целом криминогенная ситуация, я считаю, она стабильная.